Большие собаки заняты. Мы решили заснять русского спаниеля Луна. Это щеночек, девочка, ей всего 5 месяцев. Вот она какая миленькая, какая она у нас шатеночка. Луна, давай крупным планом для нашей мамы. Луна, на, смотри, Луна. Что есть у меня. Опа! Опа! Вот так, вот так, вот так. Вот видишь, как хорошо, что я включил смартфон, иначе бы зажилили бы от тебя. Зажилили бы. Огроменный пес. Татоша его зовут. Вот сегодня вы будете по телевизору смотреть, или как там, по смартфону смотреть своих очаровательных собачек. Вот, как она вкусняшку заработала с папой. Но со мной это не делится, сама уплетает. Я бы, конечно, лег с тобой рядом, но потом мне долго вставать и отряхаться. А это кто у нас подошел, нас попрыгнул? Моночка, Моночка. Что, не так он не разыграла ты его? Не разыграла. Вот, вот тут старый, вон он там спрятался. Вон он спрятался. Ну ничего, какие ваши годы? Мы периодически приходим на эту площадочку по выходным. И еще побегайте, поиграйте. Вон ему уши там теребят. А он и довольный там сидит. В теньке. Ладно, вот такие, вот такой у нас позитивный ролик. Ты не четвертая, ты девочка. Ну ладно, пока, всего доброго, до встречи.